Мы продолжаем. Рамзан Кадыров хочет привести турнир абсолютного бойцовского чемпионата в Россию. Глава Чечни уже пообещал сделать для этого все возможное. Непонятно, почему UFC не допускает именитых российских бойцов до встреч с соперниками первой величины. Есть все основания полагать, что это умышленно делается, чтобы они не завоевали чемпионского титула. Наши бойцы лучшие в мире и всегда это доказывают. При этом сам Рамзан Кадыров, мастер спорта по боксу. 5 марта он даже получил пояс Всемирной боксерской организации за вклад в развитие. Торжественная церемония состоялась в спортхолле Колизей в Грозном.